Всем привет! У нас утро. Мы проснулись, позавтракали с сестрой, с Маркушкой. Муж утром рано уехал по делам, еще ездит. Уже где-то 11 час дня у нас. Сейчас вот идем по местным окрестностям к моим родителям. Папа сегодня на работе, а мама вот сейчас должна как раз с рынка приехать. Смотрите, какие поля. Цветочками идешь, такой аромат приятный. Полевые цветы. Красотень какая. На улице тепло. И такой, знаете, легкий-легкий теплый ветерок. Колоски. Всякие разные цветочки. Красота. Вот то вдали виднеется Терекон угольный. Я уже говорила в предыдущем видео, что у нас добывают уголь. И вот раньше, когда шахты, я так понимаю, первые, когда разрабатывали под землю, с земли уголь добывали, и породу нужно куда-то девать, и вот насыпали вот эти вот терриконы люди. У нас их очень много. Как-нибудь, может, поближе поснимаю. Красота. Все желтенькое, все в цветочках. Прям вообще класс. Мы сейчас в магазин зайдем. Спички нужно купить. А то здесь газ. И спички закончились, нечем газ подпаливать. А сегодня нужно собаке вечером кашку сварить. Кушать наготовили, окрошка у нас дома, макароны с мясом. Поэтому можно и к родителям идти. Дома есть что покушать. Вот там, за вот этими вот кустами, за вот этим зданием, вот там мужа дом. А вот сейчас по вот этой улице до самого конца практически дойдем. Свернем на другую улицу, там уже я живу. В принципе, здесь минут 10, знаете, 15 медленной такой ходьбы. Я говорю сестре, говорю, по таким, говорю, дорогам мы еще на коляске не ездили. Коляска так плохо ездит. Колеса двойные. И плохо ездит. У нас-то там везде асфальт. Вот магазин. Сейчас зайдем. Купим спички сразу, а то забудем. Дерево это шелковица. Они маленькие, а потом вырастают. Это вот такие вот ягодки. Некоторые, знаете, даже и не знают. Вот, допустим, на севере даже не знают, что это такое. Вот такие вот ягодки, которые вот становятся черненькими, их кушают. Это очень вкусно. Компотики делают. Вот такая вот красота. И этой шелковицы просто как сорняка почти возле каждого двора. Так же, как и грецкий орех у нас тоже растет, но он еще не поспел. Видите, черненькие какие. А потом, когда все поспеет, обсыпается это все на землю. Если вступить, то тяжело потом отмывается. Руки тоже, если кушать, руки тоже тяжело отмываются. Нужно будет покушать, Маркушке тоже насобирать. Я помню, мы всегда сядем там на шелковицу какую-нибудь, у нас возле двора была большая, сядем, наедимся, руки черные, вокруг тар черное все, вот две огромные шелковицы растут. Все, нам еще немножко осталось пройти и будем уже дома. Мы заходили в магазин, купили по мороженке себе фруктовый лед, а Маркушке
стаканчике белое. Вот он тут на мороженое подсел, ему так нравится, такой смешной сидит в коляске, коляску всю уделал. Да, Марк? Ой, как вкусно! А это вот грецкий орех. У нас во дворе прям он огроменный, закрывает весь двор и хорошо получается тень. Вот так вот растет грецкий орех. Видите как? Но еще он зеленый, поспеет немножко, потом, когда будет молодой, когда уже начнет кожура вот это открываться, там будут орешки молочные еще в белой пленочке. Эту пленочку снимаешь, они такие вкусные. Но когда чистишь вот эту зеленую кожуру, у тебя потом все руки просто черные. Помню, приходили домой с руками черными. Вот так вот орешки растут. Потом оно со временем спелеет все, да, и становится как вот обычный орех. Кожура такая твердая внутри, коричневый. Потому что, знаете, на севере, допустим, вот у кого ни спроси, никто не знает, что такое шелковица. Никто не знает, как растет грецкий орех. Вот, знаете, кто живет далеко, вот на севере у нас там такого ничего не растет. Там даже фруктовые деревья, по-моему, толком не растут. Вот идем по обычным улицам. Вот так вот все. Простенько, как в селе. Ну, в центре города этажки идут. А в основном у нас город из частного сектора состоит. Обычные дома. Зарплаты сейчас у людей маленькие. И денег не хватает, чтобы строить, ремонты делать. Не каждый себе может это позволить. Все живут в маленьких домиках. Вот моя улица. Раньше здесь вообще было пусто, деревья маленькие были. Сейчас вот позарастало. Здесь дом заброшенный. Вот мы уже домой пришли. Вот мой дом. Мы уже давным-давно у мамы. Тут он поросята хрюкает. Жарко, курочки все запрятались. Петух, смотрите, какой смешной, с голой шеей. Маркуха только что им воды тут поналивал. Мы сели кушать. Салат, картошка жареная с салом. И мама нажарила кабачков. Я уже 100 лет не ела, с майонезиком, с чесночком. Сейчас еще пирожков нажарит. В общем, откормит нас тут жирненьким жареным. Маркушку тоже сейчас надо картошечкой покормить. Так что всем приятного аппетита. Сели, наделали себе тут маникюров, отдыхали. Пока мужиков нет во дворе. Наелись, сосёй, будь здоров. Сосиску съел, картошку с хлебом. Сейчас еще йогуртик докушает, да, Маркушка? Тут еще одна розочка. Красавица. Маркуха тут голубей ловит. Гоняет. Мы уже от родителей приехали на площадь. Здесь сейчас будет праздник цвета. Вон машина стоит, красками будут отбрасываться детишки. Поснимаем вам. Ой, бегает, бегает. Смотрите, голубей сколько. Народ собирается. Baby, 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 baby.
мы бросим краску в воздух. Договорились? Это два человека сказали или все договорились? Вот, уже лучше. Давайте. Красочку насыпаем в ладошки, готовимся. Сразу сделаем такой, пока у нас есть краска, сделаем массовый выброс краски. Я пока начну говорить, а вы готовьтесь. Ну что, ребят, Арт-семья, русский фестиваль, международная организация «Сделай мир добрей» представляет «Цветолетофест 2019» при поддержке общественного движения «Донецкая республика». Внимание! Говорит и показывает Москва. Фестиваль сделай. Звездой, мы готовы! Когда мы начинаем Цветолетофест! Ну что, как ваше настроение? Звездой, эй, я вас не слышу! Давайте поднимем ручки вверх. Ваши поднятые руки вверх — это знак уважения друг к другу. Так, ребят, объясняем, что мы делаем на Цветолетофесте. Мы, когда я поднимаю ручку, мы шумим. Когда я говорю, как слоя, мой брат слоя. Вот, ну, в принципе, это все, что мы делаем. Мы шумим, танцуем здесь. Домой, побыли там на фестивале, чудо не так долго ждали, когда все вместе кинут, чтобы это все красиво было, эти краски, но что-то там долго так, Маркушка побегал по солнцу, весь красный, муж пошел, ему сразу купил средство, в общем, от загара. Красный весь, намазали его, подзагорел, муж тоже подзагорел, солнце прям вообще так пекло хорошенько. Погуляли, наверное, час-полтора мы точно были. Сейчас вот приехали домой, сходили в душ, искупались, на улице нагрелась вода на солнце, прям вообще кайф, освежились, и Маркушку тоже искупали. Покушали окрошки, и сейчас вот сидим, пьем компоты. Я сейчас персиковый допиваю, немножко осталось. Свекровь наделала компотов с абрикосами и с мятой. Очень вкусный компот. У нас тут целая тарелка тоже осталась персиковый и абрикосов. Мы уже два баллона выпили. Такой вкусный, прям вообще прохладненький, класс. Муж пошел машину ставить к соседям. Все, гараж еще не освободим, чтобы в гараж ставить. Пошел к соседям. Там так громко музыка играла, что сынок в животе мне там танцы устраивал, тоже танцевал. Стою, а у меня живот вот так ходуном ходит, пинался. Так что, в общем, вот так у нас день прошел. Поснимала вам, порассказывала немножко. В общем, буду уже сегодня заканчивать влог. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.